Рута война. Ну, может, потому что, как правильно сказать, попадаются нам такие объекты, которые находятся постоянно в центре событий. Вот. Ну и постоянно противник пытается куда-то влезть, прорваться. В результате получает по шапке, и обиженные уходят. Ну, как бы достойно даем ответ и не смотрим им в зубы. Тільки ми заїхали, сразу почалися обстріли з стрілкової зброї, з РПГ, з мінометів. Були безпроривні там п'ятичасові бої. Ну, сразу з ними познайомились, дали достойну відповідь. Ну, вони, походу, обидились. В сравнении з первыми, то тут вообще как бы. Меня да не, нормально. Вот видите, фигня тропляется. Я вроде выхода не слышал. Я смотрю на человека, стоит спокойно. Побежи, побежи. Такое бывает. Я не нервничаю. Да, этот наш боец подрывался на противотанковой мине. Вот он стоит по центру. С первых дней войны воюет. Да серьезно, было, да, такое? Ну, на броне был? В броне. В броне? И как? Вот деньги за самолетом, под минное поле было. Ну, получается, заезжали на позицию, наехали траком, ну, гуской, на противотанковую мину. 9 килограмм тротилов такое. Ни о чем. Он цикал. Ну, страшно. Механику тогда оторвало ногу, гранатометчику с бортом снесло тоже ногу, глаз выбил. Командир контузен. Мне повезло, пенис. А у тебя что? У меня? Просто нормально. Контузен? Оглушил. Когда мы заехали, первых суток четверо сепаратисты не давали нам продохнуть нормально, стреляли постоянно. Ну, мы дали им достойный отпор. Как бы они собирали своих людей там. После того, как откроют огонь, мы им дадим отпор. Они сразу звонят, запрашивают тишину. Потому что им нужно забрать своих людей. Вот. Теперь они не лазят. Стыдно, что они к нам не идут. Ну, боятся десантников, все боятся десантников. Про Димона. Ну, Димон это вообще артист. У них, походу, был прилез сюда на, как, на дистанцию бросания ручной гранаты. Вот. Ну, там быстро его мы оставили. Наверное, там куски от него пооставались, я точно не знаю, мы этого не видели, но, скорее всего, там куски, потому что туда воги мы кидали стрелкотней, и они кричали там «Димон», Димон не откликался, соответственно, ну, скорее всего, он умер. И они опять же запросили тишину, постоянно просят тишину. Сами открывают огонь, провоцируют нас на то, чтобы мы дали им достойный отпор, а потом им, видите ли, становится страшно, и они просят тишину. Все. Ну и опять же, все организовано, все как положено. И не стреляем в воздух не колотим, птиц не гоняем. Работаем по целям, все как положено.